Приветствую всех онлайн-зрителей, всех, кто пришли очно. Сегодня у нас немножко необычный клубный день. Сегодня у нас два ведущих. Со мной вы уже многие знакомы из ростовских трейдеров. Да? Также у нас есть сегодня в гостях преподаватель из Нижнего Новгорода. Это Алексей Кузнецов. Многим он вам тоже знаком с аналитических обзоров. Вот. Сейчас я передам ему слово. Он как раз расскажет основную часть темы, вот, а некоторые технические моменты также мы будем рассматривать вместе. Теперь, Алексей, вам слово. Для начала хотел бы убедиться, что у нас все нормально со звуком, потому что такое есть не всегда. Сейчас давайте проверим сначала. Так, звук у меня как будто бы в порядке, меня слышно. Да, тебя слышно прекрасно. Вопрос у аудитории. Слышно ли Нижний Новгород? Слышно ли Алексея? Потому что меня точно будут слышать. Вопрос сейчас проверим, нормально ли у народа слышно, как говорит Алексей Кузнецов. Давай, минутку ждем, чтобы народ отписался. Ну да, я пока насчет слышно, если слышно, не слышно, я пока... Приветствую всех тех, кто пришел очно, всех тех, кто собрался онлайн. И, безусловно, я очень рад, что вы решили познакомиться с этой темой. Потому что тема на самом деле очень важная, тема очень живая и злободневная для абсолютно всех, я думаю. Потому что все пришли именно зарабатывать. И сегодня мы сделаем с Алексеем все для того, чтобы раскрыть эту тему максимально просто, максимально наглядно. И сделаем так, чтобы для вас это было очень интересно. Как, слышно, не слышно? Да, вроде все хорошо. Полностью передаю тебе слово. Онлайн вроде говорит, и слышно и Ростов, и Новгород, так что все нормально. Если будут какие-то замечания, я слежу за чатом, ты ведущий. Хорошо. Я тогда, если что-то я не увижу, я тут включаю. Вот это, то есть можно будет не, мне я что-то периодически писать. Буду спрашивать у аудитории, так что я за да, то есть, послушаю. Если что, можно будет мне писать, Алексей, вот я, в нашу программу. Да, я, если что, буду вопросы зачитывать, я буду как модератор, у меня чат все время перед глазами, я ведь тебя и чат вижу на двух мониторах. Да. Просто я немножко звук буду убавлять, потому что идет отставание, чтобы слышали и меня, и, как говорится, ну, нашу аудиторию точно. Ладно, ну что ж, я готов. Тогда начинаем. Ага, ну, отлично. Тогда я хочу еще раз поприветствовать всех тех, кого пока еще не поприветствовал. Я много очень лет, можно даже сказать, смотрю и наблюдаю за тем, как действуют трейдеры, смотрю, что происходит в умах людей, как люди зарабатывают. Смотрю, как зарабатываются большие деньги, потому что таких клиентов у нас тоже немало. Людей, которые, можно сказать, вот так, не побоюсь этого слова, ворочают миллионами, причем даже ежедневно. Такие люди тоже есть. И вот большинство, конечно же, людей, это те, кто либо пробует что-то, либо, скажем, пытаются найти точку опоры, но в основном эти люди работают с деньгами не очень большими, либо совсем маленькими. Есть даже те, кто пробует себя на совсем там маленьких деньгах, $100, $50 на наносчете. Я могу сказать, что это, конечно, все игрушки, и одно однозначно, вы сюда пришли не за этим. Вы сюда пришли за тем, чтобы зарабатывать много, но для этого в любом случае нужно понимать, как это все будет происходить. То есть нужно изначально видеть путь. Когда вы видите путь, вы представляете, как по нему идти. А то вот так вот, знаете, говорят, что на Форексе можно заработать много. Говорят. Другие говорят, что на Форексе можно все слить. Третьи там еще что-то говорят. А вы смотрите на это и пытаетесь понять, кому же верить. Так вот, допустим, если у вас есть какие-то деньги, деньги, как правило, у людей, которые приходят на Форекс, не очень большие, то есть от совсем маленьких до не очень больших, будем так говорить чаще всего, и в надежде на, скажем, какое-то скорейшее разбогатение, многие люди пытаются
делать какие-то действия. Но поскольку все это, как правило, происходит довольно-таки безграмотно, и именно поэтому действительно слухи о том, что на Форексе люди сливают, они совершенно правомерны. Так вот, это происходит не потому, что Форекс у них деньги отнимает, вот такой злой, а потому что, на самом деле, люди, к сожалению, сами, своими собственными руками, без помощи кого бы то ни было, брокера там, рынка, еще кого-то, они сами себя обездоливают и сами просто совершают несколько всего лишь роковых действий, которые приводят к сливу депозитов. Вот для того, чтобы с одной стороны вы никогда, никогда, подчеркиваю, не могли слить свой депозит, работая консервативно. С другой стороны, при этом даже не имея изначально больших средств сейчас, могли бы заработать очень много. Очень много. Я имею в виду не то, что там вы зарабатываете сейчас $100, допустим, а вот могли бы заработать 1000. Я говорю о многих тысячах долларов. При этом, не рискуя сильно своими деньгами, вот именно поэтому родилась вот такая у нас с Алексеем идея поговорить именно о, скажем, вот этом способе. Способ очень интересный, способ, скажем, существует давно, но, к сожалению, очень немногие вообще его воспринимают как способ и не умеют им пользоваться. И вот мы сегодня хотели как раз более подробно не просто рассказать, а показать именно наглядно, что вы можете получить, если пойдете по этому пути. И очень важный момент. Если вы теперь, после сегодняшнего мероприятия, будете понимать, каков этот путь, если у вас на самом деле придет вера в то, что вы действительно здесь, на Форексе, сможете не просто поиграть вот так на $100, плюс-минус $100, там ушел куда-то, а сможете заработать на самом деле очень большие деньги, я думаю, что вы и изучать предмет будете намного лучше. Согласитесь со мной, что многие, значит, как бы вот этот предмет так изучают через пень-колоду, так между делом, где-то там в свободное время, так не спеша, потому что верят особо и нет. Ну, согласны со мной? Ну, а что там? Все равно человек говорит, у меня там денег не так много, ну, допустим, я даже буду зарабатывать. Ну, сколько там буду зарабатывать? Ну, даже, допустим, 100% на свои деньги в месяц. У меня сейчас там свободных там $100. Через месяц у меня будет там $200, потом будет, это в геометрической прогрессии даже говорю, через два там будет $400, потом 800. Ну, вроде, конечно, это интересно, но, извините, зарабатывать 100% в месяц к своему депозиту, это крайне опасно. И вот на этом-то как раз многие попадаются. Вот как вот с одной стороны сильно не рисковать, а с другой стороны получить доступ к нереально просто большим деньгам, вот этому посвящен наш клубный день. И теперь я переключаюсь на ту презентацию, которую для вас подготовил, для того, чтобы уже начать. Итак, хорошо ли видно сейчас то, что... Ну, все хорошо видно. Вот. А, спасибо. Так вот, ну вот опять же те же вопросы, которые я задавал, да, почему большинство работает с небольшим депозитом? Вот, во-первых, потому что изначально денег просто нет, и поэтому люди в поиске как раз способа заработка, в поиске способа извлечения денег в жизни, да, они ищут, кто-то устраивается на какие-то работы, кто-то открывает бизнес, а кто-то приходит на финансовые рынки. Ну вот почему приходят? Не от избытки приходят люди. Приходят как раз от недостатка, как правило. И больших денег нет изначально. Поэтому абсолютное большинство начинает работать с небольшими деньгами. Второе. Допустим, если у человека даже какие-то, может, ну, не очень большие, но какие-то средние деньги есть. Почему люди боятся вкладывать в свое дело на Форексе и создавать сразу такие, ну, ощутимые депозиты? Ну, допустим, у человека есть сбережения, к примеру, на $10,000. Допустим. А человек начинает с депозитов $100. Зачем он это делает? Ведь на таком депозите реально практически невозможно мани-менеджмент нормально соблюдать. А если даже соблюдаешь мани-менеджмент, доход будет такой, что, ну, извините, вы времени тратите на это много, а результат такой смешной, что потом по истечении месяца-двух вы смотрите на это и проще рукой махнуть. А вот. А почему? Потому что страшно потерять, потому что много всего говорят, что вот там кто-то потерял, и вы можете потерять, работайте осторожно и так далее, и так далее. И поэтому человек, обычно приходя на Форекс, говорит,
А попробую-ка я на какой-то небольшой достаточно сумме, ну, просто попробую. И, ну, как говорится, если солью $100, ну, жалко, конечно, но не смертельно. Там 100, там 200, 500, ну, для кого какая сумма. Вот. И, естественно, на что человек нацелен, то, как правило, и происходит. Опять же, чаще всего это происходит потому, что люди не отдают себе отчет в том, что они в дело-то вложили всего 100, а зарабатывать хотят 1000. Ну вот сами давайте уж будем реалистами и не будем как бы сказочниками, да, а в реальности вы где-нибудь видели, что вот так вот, вот, может быть, когда-то в лихие 90-е это и было возможно. Я говорю про сейчас, чтобы человек вложил в бизнес, например, в свой, к примеру, там, 1 000 000 рублей, и через месяц уже окупил этот 1 000 000 и заработал еще 1 000 000. Ну, ребят, ну давайте будем честными, такого просто не бывает. Ну, почему-то, приходя на финансовые рынки, люди именно на это и надеются. Вот. Ну, к сожалению, вот это, скажем, часть той самой финансовой неграмотности, которая среди людей очень распространена. Я никого не хочу осуждать, просто я как раз хочу вам показать, что, действуя другим способом, вы можете получить невероятный результат, при этом не рассчитывая на, скажем, так называемый разгон своего депозита. Почему на первых порах многие теряют? Вот опять же, депозит небольшой, заработать хочется много, значит, нарушают правила рисков. Вторая причина, которая мне кажется очень тоже распространенной, просто большинство людей, кстати, так вот тоже делают, начинает работать на демо-счете. Либо, например, в какой-то момент создают реальный счет, и вот делают 1-2 сделки. Со мной, кстати, такое было. Со мной вот самим такое было, у меня был реальный счет. И вот как-то случайно мне однажды на евро-долларе так повезло, было сильное движение. Я маленькими порциями заходил. В течение 1.5 часа я удвоил свой депозит. Я думаю, ничего себе, как просто, оказывается, работать-то на Форексе. Это же, думаю, раз-два. Теперь я понял, что такое финансовые рынки. И я так на эмоциях, на радости и так далее сделал перерыв на недельку, думаю, что, ну, типа, жадность фраера сгубила, не буду я слишком торопиться, я выждал недельку и думаю, и решил продолжить там через неделю в том же духе. Знаете, что получилось из этого? Я, попросту говоря, я не слил свой депозит, я слил ту часть денег, которую вот так вот вдруг за 1.5 часа заработал, и остался при своих. Слава богу, что было именно так, но для меня это был очень большой урок, потому что я таким образом понял, что с рынком просто в игрушки играть не стоит. Надо подходить к этому системно, с пониманием. И я хочу подчеркнуть, что сложного-то на самом деле нет ничего. Но просто не нужно с этим играть. Так же, как ничего сложного в спичках нет, ребят. В вилке нет ничего сложного. И в ноже. Ножом можно порезаться, вилкой можно уколоться, а спичкой можно пожар сделать. Это простые совершенно предметы, которые используют все. Но нужно научиться с этим правильно, скажем, к этому правильно относиться и с этим правильно работать. Тогда все будет хорошо. Итак, продолжаем. Так что вот после случайных каких-то, случайной удачи или игры на демо-счете, вот возникает иллюзия, которая людей часто и губит. Третье. Часто очень у людей отсутствует понимание того, что доход измеряется в процентах от депозита, а не в количестве его целых единиц. То есть если человек думает, что у него сейчас $100, и совершенно нормально зарабатывать 400% в месяц, как очень часто в интернете мы можем такие заявления увидеть, там, а я, значит, на прошлом месяце заработал там чуть не 4000%, хочешь со мной, вроде, записывайся на мои курсы. Ребят, я всегда в пример привожу Уоррена Баффета, которого считают гением финансовым в современности. Это человек, который в среднем, как бы среднегодовой его доход не превышал, среднегодовой, не среднемесячный, не превышал 27%. Человек стал очень богат. Не потому, что он раздувал там свой там депозит когда-то, или не потому, что он работал только со своими деньгами, потому что этому человеку, в силу того, что он аккуратно и грамотно обращался с деньгами вообще, ему доверяли деньги другие люди, то есть инвесторы. И опираясь на капитал уже на серьезный свой и инвесторский, человек
работы, в, так сказать, грамотно, в ключе процентов от своего, скажем, от тех денег, с какими он работает, он заработал очень много и стал очень известным и очень богатым, соответственно. Поэтому, если вы когда-то видите, что вам в интернете предлагают какие-то нереальные проценты и предлагают этому научить, бегите оттуда смело просто. Потому что странно, вот вы приходите в банк, хотите там положить деньги на депозит, спрашиваете, сколько процентов, вам говорят 10, вы говорите, мало. Ну ладно, хорошо, мало, значит мало. Годовых. Вот. Идете в другой банк, вам говорят 20. Вы говорите, конечно, клево, но как-то многовато. Идете в третий, вам говорят 40. Вы вообще сразу поворачиваетесь и молча уходите, потому что вы понимаете, что вас там просто разводят. Годовых, ребят, годовых. А почему же вы считаете, что на Форексе нормально зарабатывать 4000% в месяц? Или 400? Вот задайте себе этот вопрос. Это очень хороший вопрос. Это, кажется, вопрос на миллион долларов. Тогда у вас никогда сливов не будет. Тогда вы не будете лохами, на которых другие просто будут делать свои бабки. Я хочу вас призывать к пониманию законов работы с деньгами, к тому, чтобы у вас деньги были всегда, вам доверяли большие деньги, и чтобы вы сами прекрасно понимали, что всегда депозит, вернее, работа на финансовых рынках – это инвестирование. А инвестирование, доход от инвестирования измеряется в процентах от основной суммы. Вот это очень-очень важно понять. Вот сколько я это ни говорю, все равно до многих не доходит, но это ничего. Может быть, после сегодняшней, как нашей встречи, после сегодняшнего клубного дня, а мне бы этого очень сильно хотелось, может быть, сегодня все-таки это и произойдет, как говорится, упадет жетон или провалится, говорит, жетон. Вот и тогда вы начнете относиться к этому правильно, грамотно, и у вас действительно будет открыт в вашей голове для вас секрет действительно очень больших денег на рынке Форекс. И четвертая причина, очень, кстати, интересная, она относится к разряду, может быть, нематериальных, но, тем не менее, она очень сильно на всех действует. На что нацелишься, то и получишь. То есть очень часто реализуются наши страхи. Человек начал с депозитов $100, имея в загашнике там 10 тысяч, потому что боялся их слить. Ну, чего боялся, то и произошло. Вот такие вещи, они происходят с завидной регулярностью, именно поэтому многие рынки, вернее, многие люди прекрасно с интеллектом, с возможностями, там, с деньгами совсем, которые потенциально могли бы заработать очень много на финансовых рынках, они просто здесь либо не работают, либо рано уходят, либо теряют свои деньги, к сожалению. Вот. Поэтому мы сегодня об этом и говорим. Давайте посмотрим, что, значит, нами управляет. Итак, маленький депозит, скромный результат всегда. Вот когда мы начинаем с маленьких денег, нам всегда хочется понять вообще, как здесь заработать. С одной стороны, мы боимся потерять даже эти маленькие деньги, с другой стороны, нам хочется заработать большие. Мы же время в это вкладываем и так далее, наш интеллект и прочее, прочее. И вот эти вещи, как правило, они не совмещаются. Так вот поработал, допустим, по-нормальному, месяц-другой посмотрел, вот жена вот так подошла, а ей показать нечего. Как-то вроде обидно, обидно и неприятно. И вот начинают, значит, люди калькулировать, что делать. Либо уходить совсем с рынка, ну вроде, потому что это как игра получается, не более того. Либо начинать свой депозит разгонять, чтобы потом не стоять в такой позе перед женой. Вот. И люди начинают выбирать. Тут выхода всего тут два, на самом деле. Либо уйти, либо начать рисковать сильнее. Кто какой выбирает. Вот если вы решаете уйти, ну тут все понятно, да? Вы лишаете себе возможности. Если вы начинаете рисковать, вот такая интересная ловушка получается. Вы думаете, что вы можете вложить там $100, а снимать каждый месяц 1000. Мы сейчас только что с вами об этом говорили. От этого надо бежать. И вот таких вот случаев, вот таких вот вещей, вот как здесь вот описано, да? Вот таких случаев их достаточно много. Вот чтобы с вами этого никогда не произошло, я как раз и стараюсь для вас. Поэтому вот эта ловушка. Какой же выход из такой ловушки? Естественно, это получить денежный рычаг. Денежный рычаг позволяет вам, используя, допустим, больший депозит,
зарабатываю. Ведь посмотрите, заработок, он измеряется в процентах. Если мы говорим, например, о $100 и о системе торговой, которая приносит вам, допустим, 10% в месяц, я смелую такую цифру взял, но тем не менее. До этого мы с вами называли цифры там, 100% в месяц, 400, 4000%. А я вот так сразу раз и 10%. Мало того, и утверждаю, что это еще много. Понимаете? Допустим, даже взять 10% в месяц от $100, это будет всего $10. Это вообще ни о чем. Кто из вас будет работать за $10? Да никогда в жизни. Никогда, может быть, в каких-то африканских странах, где вообще денег там нет, и люди этому рады. Но, по крайней мере, у нас никто этого не будет делать. Значит, нужно работать с большими деньгами. А с большими деньгами работать страшно. А вдруг солью, а вдруг чего? Поэтому нужно использовать денежный рычаг все-таки. Я утверждаю, что его обязательно нужно использовать, потому что, например, те же 10% от $100,000, к примеру, извините меня, это уже $10,000. И поверьте мне, это уже кое-что. Да даже от 1000 это $100. Их уже можно в руках подержать, по крайней мере, за месяц. Ну вот. Поэтому нужно использовать не только свои средства, но и, естественно, заемные. Но заемные это совершенно не означает, что вы должны пройтись по родственникам, спросить у друзей, в конце концов пойти в банк там и взять денег. Ну, как говорится, я вот этого как раз не утверждаю. Как раз утверждаю, что этого-то делать вам и не нужно. Вопрос, а где взять деньги? Но в любом случае нужно понимать, что рычаг – это средство других людей. Это обязательно. Это средство других людей однозначно. И вот поэтому, когда мы говорим о процентах, нужно понимать, что чем, соответственно, больше изначальный депозит, тем больше прибыль, измеряемая в тех же самых процентах. Если вы это понимаете, у вас все будет хорошо. Единственное, теперь нам осталось решить вопрос, например, в каком случае вы эти деньги возьмете? Если у вас нет торговой системы, если у вас нет даже на маленьких деньгах устойчивого торгового результата, у вас никогда не будет уверенности. Допустим, почему человек работает с маленьким депозитом, мы это уже разобрали, потому что он не уверен в том, что он делает. Если же у вас, я не знаю, на любом совершенно депозите, $100, $1000, $10,000, вот такая кривая доходности, это реальная кривая доходности из одного из спам-счетов я взял, специально, чтобы вам показать, тогда вы прекрасно понимаете, что работая, например, с какими-то маленькими деньгами, сотни долларов, с тысячи долларов, вы точно так же можете работать и с большими деньгами, рассчитывая на тот же самый процент, только уже от больших денег. Поэтому ключом к успеху номер один является обязательно наличие проверенной торговой системы, обеспечивающей устойчивый торговый результат. Это первое, что нужно получить. Это, кстати, поверьте мне, денег не стоит. Это просто, ну скажем, это ваш труд, это ваш навык, который просто нужно получить. Это затрата времени, конечно же, но, извините, если вы понимаете, ради чего вы это будете делать, вы будете делать это хорошо и учиться будете прилежнее. Если вы, например, пытаетесь освоить форекс за $100 в месяц, ну, может быть, и учиться будете так же. А если бы вы... Вот представьте, давайте заглянем в будущее. Ну, вот так вот просто. Была бы машина времени, вот, которая показала бы вам, что вот пройдет 5 лет, и вы увидите себя невероятно богатым человеком в совершенно другом жилье, другого уровня, на совершенно другом автомобиле, с совершенно другими возможностями путешествовать, общаться и потреблять совершенно другого уровня вещи. Понимаете? И потом обратно вернуть. И там было бы понятно, что это вы заработали на форексе. А вот теперь внимание. Вопрос, а как вы будете тогда учиться? Охотно будете этому учиться, видя себя в будущем? Либо так тоже, ковыряя в носу? Я думаю, что вы станете учиться охотно, потому что вы увидели будущее и поняли, что действительно это вас в будущем накормит. Так вот, я вам предлагаю для начала получить устойчивый торговый результат, чтобы понять, что вообще вы в принципе можете работать с деньгами. Дальше. Теперь нужно решить вопрос, где взять инвесторов. Вот они, деньги других людей. И именно поэтому в компании есть такой сервис, который называется PAM-счет.
Этот сервис уже, как говорится, всем давным-давно известен. Я не буду про него очень долго рассказывать, потому что он как бы рассматривается многими, кто в него инвестирует, кто сам пытается управляющим там, стать. Но очень много людей, работая на своих торговых счетах и не понимая, что это за сервис такой, они просто продолжают работать, кто-то раздувает свой депозит, там разгоняет, смотрит семинар в интернете, как разогнать свой депозит. И вот, значит, вот пытается что-то сделать. А подключиться к такому невероятному сервису, в котором ваш торговый результат, вот этот вот устойчивый торговый результат, о котором я говорил, вот как, вот, например, у вас даже такой результат есть. Вы куда его пойдете показывать? Родственникам, что ли, которые в этом ничего не понимают? Или друзьям, которые скажут, да иди ты, ты все это нарисовал. Сервис PAM-счет позволяет вам получить график вот такой вот, а совершенно объективный. Его нельзя подделать, потому что его делает компания. И там, в этом же сервисе, вы можете встретить совершенно никакие графики. Человек заявился на то, что он, в принципе, готов выставить свой профессионализм на мониторинг. Ну, вот что-то не получается. А есть люди, которые начинают, там, допустим, раз не получилось, два не получилось, а потом раз поймал какую-то волну, какую-то идею поймал, и пошел, пошел, пошел. И вот уже его торговый результат довольно-таки устойчивый. И вот уже, как говорится, есть что показать. Ведь поверьте мне, вот этот вот график доходности, это же относительная величина. Понимаете, это относительная величина, которая показывает движение доходности в процентах, а не в абсолютных деньгах. Вот здесь, допустим, если даже было у вас, вот, к примеру, $100, а здесь стало, например, 3000, это хороший результат. Да это супер результат. Это супер результат. Вы получили огромный просто результат на свои деньги. Вот. А начинали-то с чего? Со $100, допустим. Или, например, у вас тут 100, а здесь вот 300 всего. Это что, много в деньгах? Да это вообще ни о чем. Но вы в три раза увеличили свой депозит. Это дорогого стоит. И если люди увидят вот такую кривую доходности, да, там, может быть, будут маленькие деньги, но они, по крайней мере, поймут, исходя из этого, что вы понимаете, что вы делаете, и делаете это не вот там месяц, два, три, а делаете, допустим, полгода. Допустим. Двигаемся дальше. Итак, сервис PAM-счет позволяет вам обеспечить доступ к инвесторам. И доступ к этим инвесторам, он очень прост, потому что зарегистрироваться может любой человек, имея даже $300 всего на своем счете. Я, внимание, для того, чтобы попасть на первые строчки рейтинга, достаточно, вернее, нужно $3000 иметь как капитал управляющий. Но чтобы просто быть в рейтинге как таковом, достаточно 300. В принципе, это говорю для тех, у кого вообще денег нету по каким-то причинам. Потом можно будет капитал управляющего увеличить, но дело не в этом. Дело в том, что вообще там будет статистика независимая собираться, и в таком случае вы и сами будете эту статистику видеть по своему счету, что позволит вам анализ сделать. И очень, кстати, нередко почему-то люди, которые просматривают данный сервис, они не обращают внимания особого на то, сколько вы там торгуете. 3 месяца, полгода, год, два. Для многих важно просто, что вы торгуете устойчиво. Пускай это происходит 3 месяца. И многие люди, вот, кстати говоря, если посмотрите на счета молодые, вы увидите, что инвесторы начинают появляться уже через 3 месяца после того, как создан какой-то счет, и он торгует хорошо. То есть, смотрите, здесь даже результат-то не такой отсроченный. Вы просто положили, допустим, там, ну, допустим, 1000-1500 долларов, понимая, что вы, в общем-то, имеете систему, которая вас кормит. Начинаете торговать достаточно консервативно, ну или, по крайней мере, не агрессивно, для того, чтобы показать устойчивый торговый результат, интересный торговый результат. Никого не интересуют американские горки нормальных людей. В американские горки никто не вложится. То вверх, то слив, то вверх, то слив. Все хотят, чтобы их деньги сохранны были, во-первых, во-вторых, росли. Поэтому если вы покажете, пускай даже на не очень маленькой, на не очень большой, вернее, сумме, там, $1000, $1500, устойчивый рост вашего депозита, да, вот такой вот примерно, извините, в вас начнут вкладываться, может быть, уже даже через 3 месяца. И что вам это принесет?
Вот давайте теперь посчитаем, вот как перейти, прийти к большому успеху в кратчайшие сроки. Я вам, вот я думал, как бы это изобразить, но мне показалась очень интересна вот такая вещь. Я взял просто, я специально скрыл название ПАМ-счетов, которые хочу показать. Взял для примера просто счета с положительной доходностью, вот и все. И, ну, если покопаться в эти ПАМ-счета, там найдете, но дело не в этом. Я просто решил вам показать. Смотрите, капитал управляющего $3000. Вот такая кривая доходность. Да? Вот он, совокупный торговый результат за все время. А счет существует год и два месяца. Вот, год и два месяца существует данный счет. Вот такая, такая вот кривая доходности. 325% за все время, то есть за год и два месяца. В принципе, извините, в три раза с лишним увеличился, скажем, человек по процентам в три с лишним раза увеличил деньги за эти год и два месяца. Это, я считаю, очень, это просто суперский результат. Это даже намного больше, чем то, о чем я вам говорил. Да? Больше, чем у Баффета в среднем по месяцу получается. По году, вернее, прям значительно больше. Баффета, я сказал, про 27% годовых, а тут 325%. Но, смотрите, если мы говорим про увеличение на 325% только лишь изначального капитала управляющего, сколько это будет? $9000? $10000? Ну, прекрасно, это замечательно. Это при условии, что человек ничего не выводит, он только, вот, как говорится, зарабатывает и счет его увеличивается. Ни копейки не вывел, да? А вот теперь давайте, внимание, посмотрим на реальный результат, потому что человек создал именно ПАМ-счет, не стал рассчитывать только на свои деньги, создал ПАМ-счет и просто предоставил его на обозрение, ну, другим людям. И многие люди увидели это, как вы видите, и стали к нему присоединяться. Я сейчас специально не показываю, сколько тут у него инвесторов. Я просто могу сказать, что благодаря притоку инвесторов, а инвесторов тут, кстати, достаточно тоже много получилось, смотрите, реальный торговый результат $71500. Что, я специально вот подчеркнул, в 24 минутку раза превышает размер начальных депозитов данного, инвестиций данного управляющего. Даже если учесть, что этот управляющий берет всего лишь 30% от средств, инвестированных в его торговлю, а деньги увеличились в 24 раза. Вот вы и считаете, что лучше, торговать со своими, либо использовать деньги инвесторов. Видите, $418000 в управлении находится. Нормально? И торговый результат $71000. А было бы 10. Вот вам и рычаг. Вот почему вот я такие цифры вам нашел, для того, чтобы я их не придумал. Это реальный счет, его можно посмотреть. Это один из счетов, там таких счетов много. Просто вот мне попался на глаза, вот я взял его и посчитал. Давайте двигаемся дальше. Возьмем следующий. Тут вообще все красиво. Даже более чем там красиво, шоколадно. Счет существует. Один год четыре, ну полтора года будем говорить. Год четыре месяца. Доходность просто дикая какая-то, 775%. Ну, правда, видите, агрессивность у меня большая достаточно. Но это там, эта агрессивность была, по-моему, только один раз. Всего лишь в каком-то вот из начальных моментов, где-то вот здесь, по-моему, вот в этой точке была агрессивность большая, то есть плечо было сильно задействовано. Поэтому вот эта агрессивность, она в четырех молниях измеряется. А так вообще вот все остальные вот эти вот периоды, агрессивность была не такая большая, и все, в общем-то, было достаточно ровно. Так вот, смотрите, что здесь происходит теперь. При такой вот дикой доходности начальная сумма, увеличенная в 7 раз, должна была составлять 21 тысячу американских долларов. Ну, допустим, если там будет доход на доход наслаиваться, там, возможно, будет около 30 или 40 тысяч долларов. Но это круто, конечно, это более чем круто. А вот теперь смотрите на ту цифру, которая получилась в итоге. 131, почти $132000, что в 44 раза превышает размер
начальник депозита самого управляющего. Вот вам, почему это произошло, потому что инвестиции на данном счете, на данный момент, когда я вот скриншот это делал, 207 тысяч долларов. Ничего себе! Нормально? А что, я думаю, этот человек какие-то риски, что ли, повышал? Да нет, он как торговал вот здесь вначале. Он, я скажу вам больше, вот так, судя по плечу, он риски меньше даже сделал здесь. А доходность у него выросла. Не доходность выросла, а доход реальный. Доходность осталась той же. А доход вырос. Вот вам финансовый рычаг. Я не знаю, мне удалось вас убедить или нет, но поверьте мне, это круто. Вот я специально этот слайд даже сделал для вас. Если для вас все еще неубедительно это звучит, если вы до сих пор по какой-то причине торгуете только своими деньгами, не используете сервис PumpShot для того, чтобы иметь финансовый рычаг, по разным причинам, я не знаю, по каким вы его не используете. Но если вы до сих пор не используете, то давайте тогда, я хотел бы попросить, и теперь я хотел бы попросить Алексея включиться в это дело и показать те расчеты, которые мы придумали, и благодаря его умению и программированию он для вас сделал, то есть смоделировал. И таким образом, сейчас передаю микрофон Алексею, и давайте посмотреть за тем, что он нам покажет. Хорошо, сейчас Ростов на связи. Значит, задача стояла следующая, то есть взяли в качестве данных живой PumpShot, именно на том примере, который мне скинул Алексей, при желании можно будет туда засунуть абсолютно любые данные, то есть вот сюда подгружаются данные доходности с живого счета, ну вот сколько там смогли закинуть, сколько за 319 точек. При желании на любом PumpShot'е можно будет провести аналогичные действия, то есть например, заходим в инвестиции, рейтинг PumpShot'ов, вот здесь. И теперь, после того, как открываем любой из счетов, ну, например, вот этот, если не ошибаюсь, кстати, его и брали изначально. Вот, мы можем изначально скачать данные в логарифмической шкале или в линейной шкале. Вопрос, для чего в логарифмической, если у них будут какие-то сверхфантастические там доходности, которые будут иметь большой разброс там в несколько, допустим, там тысяч процентов, но вы каких-то агрессивных возьмете там безбашенных ребят, да, вот тогда значительно проще использовать не напрямую график изменения доходности, а логарифмическую функцию от кривой изменения доходности, потому что она является самой медленно растущей аналитической функцией. Это хитрость, которая еще идет с фондового рынка, потому что если мы рассматриваем какой-то большой массив данных, который очень сильно имеет разброс по амплитуде, то самый простой способ его использовать. Так, идет эхо со скайпа. Так, ну давайте сейчас в скайпе микрофон выключу. Пусть будет только в видеопотоке. Все, исправил. Так, сейчас нормально. Давайте пару плюсиков нажмите, если со звуком все хорошо. Я в скайпе микрофон выключил, оставил только это. По идее, должно лучше стать. Так, значит, это мы свернем и возвращаемся к статистике. Вот, выгружаем данные, если разброс небольшой в линейном виде, или в логарифмическом, если разброс очень большой, чтобы не заморачиваться. Нажимаем скачать, выгружаем данные. Кто привык по старинке работать с массивами в CSV, сейчас появилась возможность уже выгружать в стандартном Excel формате. И после этого при желании можно также в эту считалку всунуть вот эти все значения буквально по дням. Сколько точек будет, мне терпения хватило на тысячу где-то. Вот, так как времени было не очень много, поэтому сильно не заморачиваюсь. Допустим, у человека изначально было там, ну вот, мы можем себе предположить, допустим, он пришел, у него было 3000 долларов. Ну, один из стандартных вариантов, потому что человек, допустим, хотел попасть на рейтинг управляющих. Да? Напоминаю, у нас там есть 4 условия, да, то есть он
должен иметь положительную доходность, он должен иметь 3000 на счете, он минимум 3 месяца должен просуществовать, да, вот эти все основные моменты мы должны выполнить. Вот, допустим, вот этот товарищ уже выполнил, мы же уже подгрузили историю. Теперь начальные инвестиции, можно представить, что, допустим, у него уже были знакомые там какие-то в его городе, которые в него поверили, которые в него там вложили там сколько-то изначально, допустим, тоже $1000. То есть это вот те, кто шли вместе с ним. Вот. Сейчас делается такая грубая модель данного счета, потому что нам нужно увидеть именно изменение самой динамики. Вот. Мы сейчас представляем, что инвесторы будут прикрепляться в начале дня и в конце дня открепляться. Ну, либо получать прибыль, либо, соответственно, убыток. Можно было бы заморочиться более сложно, да, там, что они прикрепляются каждые 2 недели, открепляются или каждый месяц. Сделано так, что инвесторы могут в течение каждого дня как добавлять деньги, так и откреплять с помощью генератора случайных чисел, так и выводить их, например, не целиком и инвестировать, например, или больше, или меньше, чем в прошлый раз. Поэтому вот здесь как раз есть отдельная шкала, которая говорит как раз, где инвестиция была. Простое это значит, что инвесторы не вводили и не вводили ничего. Вот, ну, вывод понятный, да, то есть те деньги, которые вводили, соответственно, были выведены и так далее. И у нас потом в дальнейшем строится таблица в автоматическом режиме, то есть достаточно заново запустить генератор случайных чисел, чтобы он полностью пересчитался заново. То есть вся таблица пересчитывается в автоматическом режиме для того, чтобы мы примерно могли увидеть, действительно будет выгодно торговать самостоятельно или будет выгодно торговать вместе с средствами инвесторов для того, чтобы ваш депозит увеличивался. Ну и в результате всех вычислений у нас получается для вот этого конкретного управляющего результат. Опять же, повторюсь, это грубая модель. Важная идея в том, что даже при учете того, что инвесторы могут вводить, могут выводить из него деньги, сразу видно, что если, например, несколько там процентов, это тоже можно менять, человек будет оставлять у себя на счете, плюс та прибыль, которая идет от его собственных денег, то вот эта кривая, собственно, просто моделирует банально то, что нарисовано у вас на сайте, то, что я показывал сейчас, да, а вот это показывает то, что у него будет твориться на его счете на личном кабинете, где будет указана его доходная часть. То есть он будет зарабатывать при тех же своих деньгах, за счет притока денег инвесторов, он будет зарабатывать значительно больше. Понятно, что данная модель является грубой из-за того, что мы считаем, что инвесторы у нас такие краткосрочные, они каждый день прикрепляются, каждый день открепляются, да, допустим, в час ночи прикрепились и в 11 открепились. Вот. Есть же, конечно, долгосрочники, поэтому этот график будет чуть-чуть более там деформированный. Но вот с учетом даже генератора случайных чисел мы сейчас будем просто заново запускать расчеты. И мы видим, что ну, они то разъезжаются, то съезжаются, но в целом мы видим, что результат устойчиво положительный. То есть в любом случае работать с деньгами инвесторов, если у вас устойчивая торговая система, будет значительно лучше, чем вы будете работать только со своими деньгами. Но перед этим, как вот уже, насколько я помню, в чате в самом начале нашего семинара упоминал один из зрителей, сейчас попробую вспомнить, кто именно. Вот, Игорь, насколько я помню, это сказал. Вот, что для того, чтобы заработать стабильно на рынке Форекс, необходимо первое найти свою торговую систему, с которой можно торговать комфортно, именно самостоятельно, потом научиться методу управления капиталом и психология, которая вырабатывается не сразу, а постепенно. Тут вот пару комментариев позволю себе добавить. Ну и безусловно, ни с одним из пунктов я вообще не спорю. Это абсолютно верно, я с этим согласен. Но если у вас уже есть действительно торговая система, money management, на мой взгляд, это вопрос, который решается в течение одного вечера максимум. Ну, может быть, двух. Потому что если вы не знаете, каким методом money management пользоваться, входим в поисковик любой, забиваем туда метод фиксированной суммы, подвергаемой риску, с этим подходом у вас будет консервативная торговля, потерять депозит практически невозможно. Потому что, если судить, по крайней мере, по ростовскому филиалу,
с теми трейдерами, с которыми мне приходилось общаться, кто у меня учился, я не знаю ни одного человека, кто бы работал с этим методом, с устойчивой торговой системой, кто бы мог потерять депозит. Были просадки там на 10-15%, но не более, потому что вероятность потерять депозит при данном подходе меньше либо равна 0,5% всего лишь. То есть, если вы даже умудритесь потерять вот эти 15%, это надо еще просто остановить торговлю и выяснить, куда вы дели 15%. Просто так они не теряются. Поэтому все подобные вычисления можно делать даже в автоматическом режиме. Я думаю, вы видели, есть там различные в интернете скрипты, есть различные алгоритмы для вычислений и так далее. Если что, даже кто не хочет особо с этим заморачиваться, я много раз показывал в своих семинарах, можете взять мою считалку, в которой как раз уже изначально нужно ввести всего два числа. Первое связано с вашими страхами, вот, а второе связано с величиной стоп-лосса. Величину стоп-лосса измерить в пунктах, я думаю, линеечкой любой сможет из вас. А степень страха измерить очень просто, да, то есть, допустим, сколько процентов от депозита вы можете потерять в конце месяца и при этом остаться адекватным. То есть кто-то будет головой об стену биться, когда у него 5% будет просадка, а кто-то будет как танк спокоен, когда будет там 35 или 40% просадки находиться. Здесь нужно подбирать исключительно под вас. Ну и последнее, сколько раз ваша система ошибалась подряд в вашем исполнении. И всегда увеличивать это хотя бы на 1 или на 2 раза. Вбиваете эти три цифры, и вы автоматически получаете ответ, каким лотом надо входить, исключительно подогнано под ваш депозит, подогнано под ваши амбиции, подогнано под ваши страхи. Если вы этим будете пользоваться, вот все решение money management. Фактически можно весь метод написать на четвертушке листа А4. Поэтому здесь глубоко копать не нужно, если вы планируете работать консервативно, как приводил пример Алексей, например, с величиной прибыли порядка где-то, ну, может быть, процентов 30 в месяц. На мой взгляд, это вполне более чем достаточно. И опять же вопрос психологии, как говорил Игорь в предыдущем посту, абсолютно верно. То есть, как правило, больше 60% всех ошибок, которые совершаются при торговле на финансовых рынках, связаны исключительно с психологией. Да? То есть где-то слишком рано вышел, где-то либо, например, слишком поздно вошел, или и то, и другое вместе, да, или слишком большим лотом зашел, потом жаба задушила, сократить позицию. Или, например, стоп-лоссы придумали трусы, заходим по принципу либо все, либо ничего. Вот. Для того, чтобы от этого всего избавиться, опять же, есть вещи, которые позволяют от всего этого избавиться. При желании заберете в раздаточном материале ту же систему контроля, которая будет не позволять вам работать без стоп-лосса, не будет позволять вам заходить большими лотами, не будет позволять вам перегружать депозит. Все это уже давно написано. Ваша единственная задача, если вы действительно хотите добиваться успеха, просто это взять. Все. Я думаю, большого труда скачать архив не составит. Поэтому кто захочет, возьмет. Если будут вопросы, потом в конце семинара на эту тему зададите. Поэтому, в принципе, изначально, если у вас получается работать с маленькой суммой, то вы достаточно легко можете вначале с ней поработать, и вы будете абсолютно никому не нужны. Первые 3 месяца 100%, а может быть даже и первые полгода. Потому что инвесторов привлекает именно хорошая статистика. И если вы набьете статистику с очень маленькими просадками, то как раз это и будет главным аргументом. То есть здесь как раз в первую очередь выходят статистические показатели, которые вы должны стараться сделать максимально привлекательными для инвесторов. Потому что по сути PAM-счета, рейтинг, да, это своего рода ярмарка управляющих, то есть инвестор ходит и выбирает именно, что же ему действительно нужно. Кто-то ходит, ищет безбашенных, да, которые дают там по 1000% там, или по 300% в месяц, да. Кто-то ищет адекватных, которые делают там 25-30, кто-то 10, кто-то 5%, этого будет достаточно. Даже если вы просто возьмете 10% в месяц, я полностью согласен с Алексеем, на мой взгляд, это, ну, очень большой показатель. Теперь давайте посмотрим, сколько при учете, что, повторяю, грубое сравнение, инвесторы каждый день прикрепляются и каждый день открепляются, в результате за, там сколько, за несколько лет он бы мог заработать по таким грубым расчетам около 413 тысяч долларов. Понятно, что здесь цифра несколько завышена из-за того, что расчет
делается на то, что у нас агрессивные инвесторы, да? Но даже если мы разделим это число на 10, и он заработал за это время 41 тысячу при учете, что у него изначально было 3, то есть в 10 раз больше своего депозита, то это уже достаточно круто. Вопрос, как сделать так, чтобы вы стали привлекательны для инвесторов, потому что, я думаю, вы видели, что есть счета, у которых в управлении есть не то, что там пару десятков тысяч долларов, а есть даже несколько сотен тысяч долларов и так далее. Естественно, просто так они не появляются, и они не появляются за 2-3 дня и так далее. Кстати, я вам циферку-то не показал, давайте на всякий случай сейчас на экран выведу, то была же камера. То есть получается вот по грубым расчетам порядка 400 тысяч, но опять же делим на 10 для порядка, да, все равно неплохо получается. Так вот, на что будут обращать внимание инвесторы, когда будут выбирать ваш счет или чей-то другой счет? Можно сейчас будет при желании, у кого-то, допустим, есть счет, на который он глаз положил и думает, стоит мне этим заниматься или нет, или я хочу быть похожим на какой-то счет. Можем ради интереса сейчас поиздеваться над цифрами на любом счете, который вы скажете. Так вот, во-первых, нужно стараться делать, чтобы график был у вас максимально равномерным. Не гонитесь 100 баксов или 300 баксов разогнать там сразу до 1000 и так далее. Вы гонитесь не за абсолютным значением вашего счета. Запомните это. Это главная фишка. Ваша задача стабильно, процентно увеличивать ваш депозит. То есть, например, каждый месяц он у вас в среднем увеличивается, допустим, на 5%. Плюс-минус 1%. Когда-то 4, когда 6, когда 5,2, там, когда иногда бывает 3%. Но если это происходит стабильно, стабильность – это главный признак того, что инвесторы будут обращать на вас внимание. Почему даже 30% в год будет привлекать крупных инвесторов? Потому что если у вас есть, например, там $1000, для вас 30% годовых, то есть 300 баксов через год, ну, не аргумент, да, можно будет инвестировать в какого-то другого, лучше самому даже деньгами не управлять, а проинвестировать это в какого-то другого управляющего и не заморачиваться, может быть выстрелит, может быть нет. А если вы на протяжении длительного времени показываете те самые 30% годовых, стабильно распределенные по каждому месяцу. Не так, чтобы первый месяц 30%, а потом сидим 11 месяцев, плюем в потолок. Такого, естественно, не нужно. Поэтому наша задача сделать максимально равномерный график, чтобы вот такие вот просадки были желательно в относительном величине примерно одинаковые. То есть, чтобы мы знали, что наша система может просесть максимум, допустим, на 15%, или она может просесть максимум на 10%, и тогда в этом случае это будет давать инвесторам дополнительную аргументацию проинвестировать именно конкретно в вас, а не в кого-то другого. Представьте себе, если он будет инвестировать, допустим, не $1000, а $100 000, поэтому для него заработать в конце уже $30 000, ну, $30 000 уже можно найти куда потратить, да? Вот. Поэтому здесь важно именно, какой будет итоговый капитал. То есть, вот, например, вот у этого человека получается в управлении $420 000. Поэтому даже если бы у него доходность была за год не 325%, а, например, там 80% за год, он бы все равно был очень привлекательным для инвесторов. Поэтому запоминаю, что нам нужна равномерность графика. И у нас должна быть не сильная загрузка депозита, потому что у нас могут быть такие бомбы замедленного действия, которые некоторые видны сразу, а некоторые видны не сразу. Вот, насколько я помню, был вопрос немножко раньше. Так, Максим, просьба, пока я ищу предыдущий вопрос, киньте мне ссылку в чат на вот этот стабилити, там то, что вы написали. Сейчас его тоже выпотрошим. Так, сейчас проверю, какой был вопрос. Где-то недавно совсем. Так, ладно, попробую своими словами тогда пересказать. То есть, как мы будем оценивать согласно расчетам, то есть, что один ПАМ, допустим, будет лучше другого. То есть, к чему вам надо стремиться, чтобы вы обходили в этом рейтинге других конкурентов. Я вам даже больше скажу, что инвесторы с большими деньгами, как правило, в подавляющем большинстве случаев, вот в этот рейтинг, они даже смотреть не станут. То есть,
кто там стоит сверху, со второго места, с третьего места. Опытные инвесторы даже не будут сюда заглядывать. Потому что какая формула забитая там у разных брокеров, они практически никогда либо не знают, либо не хотят знать. Большинство опытных инвесторов, как правило, уже знают основные критерии, которые отвечают устойчивому счету или неустойчивому. Так, вот Максим как раз мне скинул счет. Давайте сейчас с этим закончим, тогда перейдем на тот, который вы сказали. Если там еще какие-то пожелания будут, тоже кидайте мне в чат. Ага, все. Так. Что нужно будет обязательно посматривать и для своего счета, и для всех остальных. То есть нужно обязательно фактор восстановления обращать внимание, остальные величины нам не очень особо сильно нужны. Из тех, которые я имею в виду здесь представлены, ну и вот тот, который мы открывали, можно посмотреть величину. Есть фактор восстановления, нам нужен он просто за все время. Старайтесь торговать так, чтобы фактор восстановления системы был больше, чем 2. Чем больше будет это число, тем более привлекательными вы будете с точки зрения любого инвестора. То есть инвестор всегда смотрит по статистическим показателям, а без всяких, они на рейтинге. На рейтинге смотрят в основном начинающие инвесторы. Если вы ищете крупных участников, за счет которых вы будете получать свой доход, старайтесь выводить статистические показатели своего счета на те параметры, на которые они будут стараться рассчитывать. Ну, фактор восстановления, я думаю, в курсе, да, о чем показывает. То есть для этого мы должны знать, сколько мы зарабатываем чистыми, мы должны знать, сколько максимально мы получали щелчок по носу от рынка, да, вот этот максимум drawdown. Вот. И получается, что наша доходность значительно выше максимальной просадки. Соответственно, чем больше это будет соотношение, тем больше гладенький будет наш график доходности, и тем более он будет эффективным. Но это не все, что можно использовать для оценки. И есть еще одна маленькая фишка, которой, к сожалению, здесь вот нет. Она есть в пятом метаке, что меня просто очень сильно порадовало. Поэтому, в принципе, можно будет хитрить, например, просто дублировать сделки на демо-счете в пятом метатрейдере. И вы будете получать фактически уже посчитанную величину и не заморачиваться, как я вчера полвечера сидел с Excel. Вот, с Алексеем вместе. Есть величина, которая называется коэффициент Шарпа. По сути, рассчитывается не особо сложно, то есть вам нужно оценить математическое ожидание вашей доходности и разделить на среднеквадратичное отклонение его. То есть фактически чем-то дальний родственник Боллинджера по доходности, скажем так. Получается, тем самым вы можете оценить два фактора. Во-первых, то, что ваш счет может быть и доходный, но не настолько, чтобы на него обратили внимание, если коэффициент Шарпа будет низкий. Там будет болтаться, например, ниже единички, там 0,9, 0,95, вот так. То есть он вроде как доходный, но особо и не привлекает внимание инвесторов, потому что они наверняка смогут найти себе что-нибудь более доходное. А второй вариант, если этот коэффициент будет слишком высоким, например, там в районе 10, 20 там, и так далее, это будет говорить о чем? Что данный актив является, ну или если вы, это можно применять там и к акциям, там, чему угодно. Если вы видите слишком высокий коэффициент Шарпа, это говорит о том, что данный инвестиционный продукт, в данном случае PAM-счет, обладает очень высоким коэффициентом дохода, но при этом является бомбой замедленного действия. И рвануть она может когда угодно. Может быть сейчас, может быть потом. То есть он связан с высоким потенциальным риском. Если любите играть в русскую рулетку, то пожалуйста. Если не любите, то не нужно. А ввиду того, что инвесторы в русскую рулетку играть не любят, поэтому и старайтесь делать так, чтобы ваш коэффициент Шарпа был максимально им выгоден. То есть нужно удерживать его как раз в пределах где-то от единицы там, до пятерки, до семерки. Вот так. Чаще всего просто достаточно держать его просто между единичкой и двойкой. Это уже будет достаточно хорошо. Но вот здесь как раз экспериментировал. На данном счете как раз вбил формулу, он получился 3,95. То есть как раз не намного больше единицы. В целом получается данный инвестиционный вариант вложения является для людей доходным.
Так, теперь помню, кто-то мне задавал вопрос. Если я не ошибаюсь, я потерял чат сейчас. Где там он? Так. Вот, Максим задавал вопрос, надо кого-то посмотреть. Так, вот. Так, давайте теперь вытащим из него данные. И забьем к нам. Я беру данные открытия. Сейчас сколько там у него хватит их. Ну, думаю, хватит. Сейчас посмотрим, чем дело кончится. Так, и просто вбиваем их вот сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас. Назад. Удалить. Вот, и в итоге получаем, что несмотря на то, что доход есть, достаточно классный доход есть. То есть, в принципе, человек мог заработать порядка там, 113 тысяч долларов от инвесторов, но в результате мог получить по шее. Так, и надо будет немножко данные убрать, потому что дальше идут нолики. У него истории поменьше, как я понял. Давайте чуть-чуть подправим. Лишние ячейки есть. Так. То есть он до 277 ячейки считал, да? Ну хорошо, сейчас там тоже подправим. Ячейки. Он доходный, действительно, но коэффициент Шарпа у него не самый хороший. Поэтому, скорее всего, инвесторы именно за счет вот этих вот последних его спадов на него, возможно, не стали бы уже в последнее время обращать внимание. Именно вот из-за вот этого. Возможно, он где-то споткнулся, данный человек, именно попался на новостях каких-то и так далее. Поэтому от подобных вещей вы можете себя защитить. То есть, вот что здесь произошло? Давайте подробнее разберемся с этим счетом. То есть, здесь была достаточно большая просадка. Такое и у нас может произойти, да, в зависимости от того, каким методом торговли мы пользуемся. Давайте залезем во внутренности, посмотрим, не было ли тут Мартина. Ну, тут, я думаю, без комментариев, да? Зубы Мартина все видят, да? Вот здесь. Или прокомментировать это. Так, Максим пишет, это робот торгует. Ну, робот тоже может Мартина использовать, тоже спорит. Смотрите, у нас уменьшается депозит и резко увеличивается кредитное плечо. Потом мы начинаем выходить из просадки, кредитное плечо уменьшается. То есть, как правило, усреднение позиции имело место быть. Соответственно, это метод торговли с потенциальным риском. То есть, когда лоты увеличиваются при последовательности убыточных сделок. Я не говорю, что это конкретно Мартин. Может быть, это Лабушер. Или разновидность мягкого Мартина с коэффициентом меньше двойки. Или, например, расчет лота, исходя из величины стоп-лосса, с расчетом на то, что данная сделка в случае прибыли должна перекрыть убыток. То есть я понятия не имею, как он там торговал, но судя по коэффициенту, который мы видим, что начиная примерно вот с этого месяца, вот какое-то там число, с 22 февраля примерно, его показания несколько ухудшились, и в глазах инвесторов этот счет стал уже менее привлекательным. Причем сам график я не видел, мне достаточно было посмотреть просто на коэффициент. То есть он получается менее выгоден по сравнению с другими, именно в плане того, что он не дает такой высокой доходности, как изначально он говорил. Ну, это по графику видно и так. Поэтому есть вещи, которые достаточно сложно обмануть, даже не подглядывая на то, как он загружал график, потому что загружал депозит. Иногда мы можем это видеть, иногда не можем, да? Если нам, допустим, кто-то стейтмент кинул в процентах, да, мы не видим там его сделки. Зато вот эти вещи вычисляются вообще легко. Так, теперь давайте посмотрим, как у него показатели. Ну и то, что я вам говорил. Помните, фактор восстановления надо держать, стараться выше двух. Он получается 1,61.
тоже он остается устойчивым, но опять же, вот он упал именно после вот этого. Так, давайте посмотрим. Пропустил числитель. Так, сейчас подправим. Одну циферку забыл, да, сейчас. 277, спасибо, что увидели. Ну, до конца не автоматизирован, получается так. Хотя нет, тоже выдержал. Хорошо, что увидели. То есть пока он остается доходным, но, как правило, если бы мы посчитали этот коэффициент раньше, он был бы более устойчивый. Поэтому обращайте внимание на два показателя. Как раз на Шарпа, который можно считать, если вы торгуете через пятый MetaTrader, он в автоматике выплевывается. Вот как раз, насколько я помню, Саша, вы как раз в пятом MetaTrader. Там как раз этот показатель показывается значительно проще, потому что он автоматически выплевывается. Так, вижу еще сообщение, Шарп уже лучше стал. Ну да, конечно, мы же одну ячейку пропустили, когда считали, поэтому лучше стал, само собой. Так, дальше. Но вторым моментом, в отличие от предыдущего счета, повторяю, был фактор восстановления системы. Если бы мы смотрели его раньше, то вот здесь бы он был явно выше. Если хотите поковыряться еще в каких-нибудь счетах, давайте посмотрим еще, что есть. То есть ваша задача, в случае, если вы хотите торговать успешно на финансовом рынке, у вас уже есть торговая система, у вас уже есть money management, и вы психологически готовы к торговле, то в данной ситуации единственное, что вам нужно, это привлечь инвесторов. Большинство успешных трейдеров не всегда имеют изначально хороший слой капитала. А для того, чтобы привлечь инвесторов, нужны достаточно существенные аргументы. То есть нужно иметь хороший стейтмент, а нужно заранее знать, к чему стремиться. Хотите привлекать маленьких инвесторов, которые идут по принципу все либо ничего, то тогда нужно брать большой процент, который идет за ручку с огромными рисками, который никому не нужен, по сути. Потому что какая разница, вы поймаете 100 этих инвесторов, которые вам по 120, по 110 баксов проинвестируют в вас, или вы поймаете одного или двух, которые занесут, например, в вашу инвестицию там, 30 тысяч долларов, 50 тысяч долларов и так далее. Поэтому привлекать нужно крупных инвесторов, а они всегда оценивают стабильность и устойчивость счета. Так, если есть желание, давайте кого-нибудь еще вскроем. Так, Роман задает вопрос, если не затруднит, еще раз коэффициент Шарпа. Что это такое? Ну, значит, нам нужно оценить степень доходности нашего актива. Так, стоп, у меня куда-то график убежал. Нам нужно оценить степень доходности нашего актива. Если мы будем с вами еще какую-то гадость считать, то, например, мы можем часть средств в банк положить просто. Да, вот у нас есть количество денег, да, какое-то. Мы частью денег торгуем, а одну часть на всякий случай положили в банк. Там под маленький вклад. Тогда придется еще вычитать доходность банковского вклада. Но так как на Форексе пассивной доходности нет, то нам заморачиваться с этим не нужно. Поэтому нам нужно оценить математическое ожидание вашей доходности, что в принципе может посчитать любой человек, который умеет умножать и складывать, если что, там в Википедии посмотрите, как оно считается. А в знаменателе нужно подставить среднеквадратичное отклонение. То есть это просто квадратный корень из дисперсии. Все с Боллинджером работали. Так вот, у Боллинджера вот эти вот линии, которые разъезжаются, съезжаются, это как раз среднеквадратичное отклонение, помноженное на какое-то число. В принципе, в Excel эти штуки все вбиты, они рассчитываются достаточно просто. Вот. Но при желании, я думаю, в дальнейшем подобные вещи можно будет сделать и в режиме автоматики. Потому что вот, когда я вот эту считалку свою для ростовских трейдеров делал, мы там уже заранее забили, какой у счета будет коэффициент математического ожидания, какой будет коэффициент математического ожидания за маленькое прошлое, за все прошлое. Я думаю, точно так же в следующих версиях я сделаю коэффициент Шарпа, чтобы вы не сидели, не уродовались вот с этим Excel и так далее. Так, дальше.
Так, здесь пока что все. И еще одна маленькая хитрость, как избавиться от вот таких вот проблем. Потому что я не знаю, по каким методам торговли вы будете работать. У вас у всех будут свои торговые системы, у вас у всех будет какой-то money management и так далее. Но есть одна хитрость, которая, ну, настолько простая и при этом эффективная, что позволит вот эти вот все сильные просадки вот просто брать так, как ножницами, резать и все. Их практически не будет, но доходность немножко упадет. То есть, если вы до этого рассчитывали на то, что у вас доходность будет, например, 30% годовых, то применяя этот метод, который я сейчас расскажу, будет где-то 25% годовых. Но я думаю, лучше иметь 25% годовых при проходности, при просадке, например, в 5-7%, чем иметь 35% при просадке в 30%. Потому что чем меньше просадка, тем лучше будут чувствовать себя инвесторы и больше денег принесут. Он называется метод скользящей средней по кривой капитала. Я думаю, вы уже до этого слышали. Чем он интересен и почему его не любят применять трейдеры? Потому что очень нудно это считать. Потому что нужно пускать Машку или скользящую среднюю, как ее называют, да, трейдеры, по графику депозита или по графику equity. Это, как правило, очень нудно, потому что считать приходится самостоятельно все это. То есть нужно выводить данные в Excel, например, строить там, или у вас какой-то другой вариант автоматического построения есть. Потом находить функцию усреднения в каждой точке, ее строить, сравнивать там и так далее. Получается, если средняя депозита находится ниже депозита, то у нас математическое ожидание возрастает, мы себя чувствуем хорошо, депозит работает в плюс. Если у нас депозит пересекает кривую усреднения и залазит за него, ну, представьте себе, что вот эта цена, а не деньги, а вот здесь идет скользящая средняя. И потом где-то вот здесь свеча будет закрыта за средней от депозита. Это значит, что математическое ожидание за недавнее прошлое стало отрицательное. Если не умничать, мы начинаем сливать. Загорается лампочка у нас в голове где-то, да, в том, что все, хватит, остановись. И мы в результате должны взять просто блокнотик и записывать, что я бы сейчас зашел в сделку, но не зайду. В результате я бы столько заработал или я бы столько потерял, и я бы получил такой-то депозит. И вот в этом блокнотике придется ввести размер виртуального депозита и значение виртуальной скользящей средней до тех пор, пока она не вылезет снова выше средней линии. Безумно нудное занятие, я уверен, что почти все из вас этого делать не будут. В той считалке, которую я в раздаточном материале даю, есть замер математического ожидания за недавнее прошлое. Вы сами можете сказать, за сколько сделок, там, за 10 сделок, за 20 сделок и за все время, которое вы торгуете. В результате что? Если мат-ожидание за недавнее прошлое больше либо равно мат-ожидание за весь депозит, за все время существования счета, у вас все хорошо, торгуйте дальше. Если математическое ожидание за недавнее прошлое становится меньше математического ожидания за все время существования депозита, либо вы где-то косячите, да, либо где-то косячит ваша система. Например, ваша трендовая система попала как бы во флетовый участок, вы их не заметили и начали совершать идеально неправильные сделки. Что нужно делать? Переходим на минимальный лот, где мы почти ничего не зарабатываем, ничего не теряем, но зато мы набиваем статистику, которая позволит учесть математическое ожидание. Проходит череда сделок, которые ничего не делают с вашим счетом. И спустя там пару десятков сделок вы, допустим, увидели, что ваше математическое ожидание за недавнее прошлое снова выросло выше математического ожидания за всю историю счета. Значит, вы прошли тот участок, где ваша система сливает, мат-ожидание начинает смотреть снова наверх, у вас все хорошо, торгуйте дальше. И в результате вот эта вот сопля, которая здесь на графике есть, вниз идущая, да, она бы просто пошла как маленькое медленное снижение вниз. Но вот часть вот этого роста вы бы потеряли. Соответственно, доходность будет немножко вот так вот вниз придавлена. Поэтому если бы вы торговали стандартно, у вас было бы там 35-40%, то вы выйдете где-то на 30-32%. Вот примерно так. Но на мой взгляд, это значительно лучше, потому что вы фактически будете вырезать куски просадок. И это просто банальная математика. Единственное, тяжело заставить себя с большим депозитом работать минимальным лотом. Потому что вы это делаете просто для того, чтобы самим не считать виртуальный депозит и виртуальную кривую капитала. Это вот маленькая хитрость, которая очень неплохо применяется, если у вас действительно устойчивая система. И к тому же считалка делает за вас все в автоматическом режиме. Вам остается только смотреть на циферки. А сравнить две циферки, какая больше, какая меньше,
например, у вас математическое ожидание у всего счета, там, допустим, 50, да, а сейчас математическое ожидание 55. Торгуйте в свое удовольствие. А если оно стало, например, 37, а у всего счета 50, уже пора задуматься, то есть уже что-то не то. А если оно вообще стало нулевым или отрицательным, все, рубим, никаких сделок, только минимальные. Мы делаем следующие сделки только для того, чтобы их делать. Не ради прибыли, не ради убытка, а чтобы найти зону, когда наконец-таки матожидание снова станет положительным. Все, никаких сложностей нет. Два числа нужно сравнивать. В считалке это все есть. Если нужно будет, могу отдельно показать. Так, дальше. Так, вот вижу, Евгений скинул ссылку на ПАМ. Познаков Антон тоже кинул ссылку на ПАМ. Так, ну давайте по порядку. Так, где взять рабочие торговые системы? Ну, насколько я помню, как раз у моего коллеги, у Алексея Кузнецова, как раз есть курс, посвященный созданию торговых систем, уже готовых рабочих систем. Да? Вот. Плюс есть те, которые уже известны достаточно давно. Мне лично нравится торговая система, думаю, кто у меня на аналитике был, вы знаете метод Уильяма Делберта Гана, но он подходит не всем, потому что не у всех хватает терпения это все считать. Потому что сам метод достаточно простой и удобный, но на мой взгляд, потому что я привык с цифрами возиться, то есть я терпеливый достаточно человек. Если вы человек более импульсивный, там, более эмоциональный, вы не можете там долго тратить время на расчеты, то, возможно, вам подойдет что-то другое. Самое главное, не пытайтесь изобретать велосипед. Уже есть очень много способов, которые уже проверены, причем не одним поколением. Есть классический графический анализ, те же, например, неудавшиеся размахи. Да? То есть я с одним клиентом спорил как раз вот в Ростове, что он говорит, у меня ничего не получается, все, что не пробовал, все не работает. То есть я его насильно за компьютер посадил, говорю, вот тебе листик, вот тебе ручка, записывай 100 неудавшихся размахов в ряд, которые ты найдешь, и записывай, сколько заработал, сколько потерял. Вот, в результате, когда он сам на калькуляторе сложил, он в результате увидел, что вот действительно система зарабатывает. То есть это нужно подбирать именно под вас, я лично могу назвать какие. Возьмите простое что-то. Самый простой вариант – просто неудавшиеся размахи и все, больше ничего. Ну, с мани-менеджментом, естественно. Второй вариант – можете взять методы Джона Эллерса либо в упрощенной форме, либо в усложненной форме, с применением фильтров с конечной импульсной характеристикой. Да? То есть в качестве трендового направления мы выбираем то, что говорит фильтр Лагера, четырехступенчатый обычный, и в качестве генератора сигналов мы используем либо стандартный центр гравитации Джона Эллерса, либо мы используем его модификацию, когда она имеет переменное количество свечей в зависимости от индикатора киберсайкл. Это я на одном из клубных дней своих рассказывал. Дальше Фибоначчи. Фибоначчи работает фактически на любых таймфреймах, и для того, чтобы его изучить, большого труда не надо. Вот. К Эллиоту я отношусь нейтрально, потому что ничего плохого про него сказать не хочу и ничего хорошего тоже. Вот. На мой взгляд, метод достаточно хороший и прибыльный, но требует достаточно большого опыта и хорошего понимания состояния рынка, потому что есть большой человеческий фактор в плане того, что человек должен правильно определять первую волну. Потому что волновиков у нас очень много, хороших волновиков, которые реально понимают, что они делают, у них их очень мало. Но это как бы лично мое мнение, и как бы еще раз повторяю, ничего плохого и ничего хорошего про Эллиота вот, сказать не могу. Также еще один вариант, менее известная тактика Адверза. Да, вот в Ростове у нас много людей, которые как раз этим интересуются. Другой вариант, можете взять из классики, ну почти классики, волны Вульфа. Дальше метод Westwing. У нас есть один из клиентов, который торгует вообще, используя всего один графический паттерн, нестандартный, который называется 1-1. Мы как-то даже рассматривали на клубном дне его. Да? То есть, когда мы выискиваем не очень часто встречающуюся структуру, но у нее прибыльность соотносится примерно там 5-6 к 1 в каждой сделке. Даже если у вас будет 50 на 50, вы их будете собирать, прибыль будет очень высокой. Возьмите какой-то из этих, не изобретайте что-то очень сложное. На одном из клубных дней я вам показывал вариант, можно строить нейронные сети, но это нужно тем, кто неплохо соображает в автоматической торговле. Это как бы подойдет не всем. Так, дальше. Где взять торговую систему, ответил. Дальше Алексей задает вопрос, что вы можете сказать про Last Kiss. Это вот тот стабилити, да, который... Вот этот, да?
То есть, ну, на мой взгляд, что я бы его отнес бы к промежуточному состоянию между умеренно агрессивным и агрессивным, так как он вылез из вот этой зверской просадки, которая у него была, я бы сказал, как бы большой-большой респект, вот, но напрямую только ему одному денег я бы не давал. То есть он хорошо вылазит из просадок и, в принципе, дает повод ему верить тому, что он и дальше будет вылазить, но я бы его использовал только в портфеле, но только ему деньги я бы не зачислял. Ну, я бы вообще в одного управляющего деньги не зачислял. Но вот это как бы тем более подтверждает тот случай, что он вот здесь шел на достаточно высокий риск. То есть, когда вы используете кредитное плечо величиной в 60, для меня это по ту сторону оси абсцисс уже. То есть, я начинаю психовать уже при 20. Ну, кто меня давно знает, я думаю, вы в курсе, да, я очень вредный до вот этих всех цифр и параметров. Я сторонник того, что человек должен торговать с кредитным плечом там 1 к 5, 1 к 10, если он начинает перегружать депозит. Вот. Те, кто у меня на базовом курсе были, я вам говорил, что в самых страшных кошмарах у вас при самой зверской просадке уровень был всегда больше 2000%. Ну, я думаю, здесь наверняка было поменьше. Но счет явно устойчивый, потому что он все-таки из этой просадки вылез. Если он в дальнейшем дойдет хотя бы там до 120-130%, там, например, до конца этого года, то у него фактор восстановления вырастет, у него уже здесь будет не 1,6, у него там будет где-то в районе 2, и тогда я уже придираться к нему не буду. Никак. Так, дальше, что вы можете сказать про Last Kiss, видимо, имелась в виду торговая система, а не счет. Но здесь, скорее всего, как вот уже упоминалось, действительно работает робот. И у этого робота используется какая-то система либо усреднения позиции, либо одна из известных вариаций Лабушера или Мартингейла. То есть работает по системе «чуть-чуть укусил и убежал». Вот. А если укусил неудачно, то начинает усреднять позиции. Потому что вот это скрыть нельзя. Да? Если начинается здесь просадка и увеличиваться здесь вот этот столбик, то тут уже спорить бесполезно. Так, давайте там посмотрим, кого еще предложили посмотреть. Так, вот такой товарищ, да? Так, ну давайте сейчас его тоже посмотрим. Так, дальше. XLS. Открыть. Так, Максим пишет, а ласкиси, могу сказать, что нужно внимательно посмотреть семинары Тулигена, и все будет окей. Но, насколько я помню, как раз еще когда с Тулигеном общался, что у него допускается увеличение лота в зависимости от расчетов стоп-лосса и предыдущей сделки. То есть там не чистый маркин используется, там величина лота зависит от величины стоп-лосса и от величины предыдущей сделки. То есть там не классический маркин, поэтому напрямую так не скажешь. Так, где у нас здесь начинаются плюсики хотя бы какие-нибудь? Так, поехали. Вот так. Так, сейчас, кстати говоря, надо не забыть правильные ячейки указать, чтобы не было искажений. Так, до какой ячейки это все идет? Это идет до 221 ячейки, да? Ну, давайте посмотрим. Так, до 221, здесь до 221. Так, ну 279 тоже, в принципе, неплохо. То есть в данном случае у нас система прибыльная. Сейчас посмотрим, что там у нее с фактором восстановления.
С точки зрения именно инвестиций вариант достаточно успешный. Сейчас посмотрим с точки зрения устойчивости. Фактор восстановления 4.27, так что что по шарпу, что по фактору восстановления счет очень и очень хороший. Так, сейчас один вопрос, еще вопрос есть. Так, ну давайте посмотрим, сейчас подведем итог. Тоже мы в цифры начинаем уходить, я иногда увлекаюсь в данных вычислениях. Так, значит, суммарно получается, если инвесторы бы прикреплялись и откреплялись, то данный человек мог бы получить от инвесторов в районе 63 тысяч долларов. Но опять же можем разделить это на 10, так как у нас грубая модель строится. Да? То есть все равно 6 тысяч долларов прибыли при учете, что у него всего их было 3. Опять же очень и очень классно получается. И вот здесь, сюда можете не смотреть, у меня просто большая область для графика построения делалась. Да? То есть вот сколько денег у него на счете, а вот сколько бы у него было, если бы он работал с инвесторами. То есть он работает с тем же счетом, тем же методом. Просто он позволяет инвесторам давать себе средства управления. И тем самым развязывает себе руки, не докидывая на счет ни единого нового доллара, он имеет возможность зарабатывать намного больше. То есть в итоге он мог заработать примерно в 2-3 раза больше, чем заработал сам. А если бы он насобирал инвесторов еще больше, соответственно, эта величина может увеличивалась и пропорционально там, в 2, в 3, в 4 раза относительно того, что мы посчитали. То есть, если вы действительно уже неплохо торгуете, хотите зарабатывать большие суммы денег, но при этом у вас недостаточно начального капитала, и вы думаете, где его взять, то ваш опыт сам даст вам эти деньги. Инвесторы потом при хорошем значение вашего стейтмента, инвесторы вообще в очередь будут становиться. То есть на Западе, например, если инвестор, управляющий показывает 30% годовых, например, на протяжении там, 3-5 лет, это будет стабильно, то вам в очередь будет записываться, чтобы вам денег дать. Поэтому все в ваших руках, и вам необходимо правильно управлять вашим счетом. Ориентируйтесь на показатели, а не на то, чтобы резко раскрутить ваш счет. Крупные инвесторы, которые дадут вам деньги, они будут ориентироваться именно на результативность. Вот это, в принципе, все, что хотел сказать. Алексей, теперь передаю слово тебе. Да, у меня микрофон. О, теперь меня слышно, да? Слышно хорошо, да? Да, все замечательно. Отлично. Ну что ж, я могу сказать то, что на самом деле сейчас очень важным моментом вот сегодняшнего как раз нашего клубного дня является то, что вот хотелось бы именно донести до всех такой важный момент, что не могу. Так. Сейчас меня слышно, надеюсь? В Ростове точно слышно. В Ростове слышно, хорошо. Просто у меня тут звуков столько. Хотелось бы как раз передать тот момент очень важный, что нужно и можно и нужно обязательно использовать заемные средства. Но заемные, опять же, не в банке, как многие делают. Пойду-ка я возьму кредит. А публикуйтесь на сервисе PumpShot, зарабатывайте для себя, и тогда вы сможете действительно, работать с большими деньгами, главное, заработать очень много. Я надеюсь, мы с Алексеем вам сегодня показали, каким образом можно и нужно зарабатывать очень много. То есть своих денег мало,
Но есть система. То есть вам, по сути дела, инвесторы инвесторскими деньгами оплачивают ваш навык. То есть у вас есть рабочий навык, который вы для себя создаете, и он вас дальше кормит. И если у вас нет своих денег больших, используйте этот рычаг. И сегодня, я думаю, те цифры, которые мы вам показали, причем многие цифры, которые мы показывали, это реальные цифры, это цифры, взятые непосредственно из сервиса PumpShot, и таких счетов там достаточно много. Плюс Алексей еще смоделировал для вас специально интересные графики, которые позволяют менять цифры, то есть как бы играть с цифрами. Но, как я думаю, он вам показал, перещелкивая различные генераторы случайных чисел, показал, что при любом раскладе работать с инвесторами намного выгоднее, при очень скромных даже рисках, нежели чем работать со своими деньгами и раздувать депозит даже самыми, так сказать, верными способами. Не существует таких способов, таких систем безошибочных, которые позволяли бы вам рисковать сильно, ну, скажем, заходить большими процентами и при этом не рисковать всем депозитом. Таких систем не существует. А значит, выход только один. Торговать умеренно консервативно или даже консервативно, но использовать, кроме своих средств, еще средства других людей. Тогда в абсолюте, при даже небольших процентах доходности, но стабильной торговле, в абсолюте вы будете получать очень и очень большие деньги. Вот это я хотел бы вам пожелать еще раз для себя, может быть, открыть, а может быть, рассмотреть еще раз сервис PumpShot и начать в нем участвовать. Потому что это точно такой же торговый счет, как и любой другой, просто по нему ведется статистика, и он сразу, как правильно Алексей сказал, попадает на ярмарку управляющих. Вот. Ну, на этом, наверное, у меня все. Я вам сделал хорошие пожелания. Я думаю, что после сегодняшней встречи вы, по крайней мере, призадумайтесь над этим более серьезно. И я всем вам желаю хороших доходов, хороших инвесторов, устойчивой торговли и больших финансовых достижений. Вот. Ну вот, Алексею я, наверное, прощаюсь и перехожу к работе со своей очной аудиторией. Всех вам благ, всего самого хорошего. До свидания. Спасибо, Алексей. Вот, на этом тоже хочу сказать спасибо аудитории, что активно задавали вопросы. В дальнейшем, я надеюсь, у нас будут продолжаться такие же аналогичные циклы семинаров, что будете также активно участвовать в беседе. В дальнейшем, если будут возникать вопросы, пишите в чат. Некоторое время я и Алексей тоже в чате будем находиться. Свою почту я скинул вам в чат. Если что, можете прислать свои вопросы. Постараюсь на них ответить, но только, скорее всего, уже не сегодня, а в понедельник. Вот. И стабильно старайтесь работать, неважно, какой у вас депозит. Пусть $100, пусть $500, $1000, 1500, 3, неважно. Если вы считаете, что вы еще не достигли своей зоны комфорта, то вы можете в нее выйти благодаря средствам инвесторов. Вот то, что вы должны знать. На этом у меня все. Всем удачи и попутного тренда. До свидания.